В Омске задержан наркокурьер, который распространял запрещенные вещества из рук в руки. О происшествии сообщили в полиции. 33-летний мужчина приехал из сопредельного государства. Поселился в селе Омского района. По данным оперативников, иностранец сам выращивал и сушил коноплю, а после продавал при личной встрече. Несколько фактов передачи запрещенных веществ зафиксированы полицейскими. Мужчина передвигался на автомобиле Volkswagen Taos. Очередная сделка должна была пройти в Омске на 24-й Северной. Однако наркокурьера задержали. При осмотре кроссовера обнаружено несколько микроконтейнеров с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, это марихуана. Дома у иностранца найдено еще около 3,5 килограммов аналогичного зелья. Возбуждено 3 уголовных дела. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. На время расследования обвиняемый отправлен в СИЗО. Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по телефону доверия. Он указан на ваших телеэкранах. Было какое-то понимание, что веревочка не может виться долго. Так что, ну, то, что произошло, это такой... закономерный итог. Да, да, все верно.